Житель Кубинки Юрий Матвиенко преодолел в одиночку более 2000 километров от Москвы до Астрахани, посещая места боевой славы. Свой большой велопробег наш земляк посвятил 75-летию Великой Победы. Юрий – любитель велотуризма с 15-летним опытом. Около 10 лет прослужил в ВДВ в горячих точках. К патриотическому велопробегу начал готовиться еще осенью. На его планы не смогла повлиять даже пандемия коронавируса.